Молодые звезды и независимости. Под такой тематикой в Петропавловске прошел форум. Он собрал около 500 креативных и молодых североказахстанцев со всего региона. Это учителя, врачи, предприниматели, ученые и спортсмены. Самые активные специалисты, которые в течение года показывали хорошие результаты в работе, получили заслуженные награды. Не остались без внимания и молодежные организации области. Сейчас для их плодотворной работы местные власти создают все условия, отмечают участники форума. Например, с момента реализации государственной программы с дипломом в село в регион приехали более 1000 молодых специалистов. Чтобы решить главный жилищный вопрос, строится 6 общежитий. В нашей республике есть отличная возможность. Это программа «Дипломом в село» для молодых специалистов, не только в медицинской отрасли. Я вот когда закончил медицинский университет в 2012 году, у меня оставался год на интернатуру, я уже знал, что обеспечена работой, что эта работа престижная. И уже не раздумываясь, приехал в свое родное село развивать сельское здравоохранение.